На очередном заседании правительства республики рассмотрели ряд важных инициатив. Члены Кабинета министров предлагают установить новые преференции для инвесторов, установить налоговые льготы и ввести ограничения на реализацию алкоголя в ночное время. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Перед тем, как обсудить вопросы повестки дня, глава республики поблагодарил президента страны за высокую оценку его работы. На днях Михаила Игнатьева наградили орденом почета. Хочу выразить слова благодарности жителям Чувашской республики, которые работают вместе с нами не первый год. И мы находимся с ними в постоянном диалоге. И развивается реальный сектор экономики. И улучшается качество жизни. И эта оценка на нас накладывает дополнительную ответственность. Благодарю всех вас. Пожелаю в дальнейшем также эффективно работать и оправдывать доверие президента Российской Федерации и народа Чувашской Республики. В правительстве республики продолжают пополнять бюджетные доходы. В регионе планируют ввести налог на объекты недвижимости. Налоговый кодекс еще с 2013 года предусматривает возможность введения налога от кадастровой стоимости на отдельные объекты недвижимости, исходя из кадастровой стоимости. Соответственно, уже в 70% субъектов Российской Федерации аналогичные нормы принято, и проектом закона предусматривается возможность введения данного налога и на территории Чувашской республики. Вступают в силу указанные нормы с 1 января 2019 года. В Минфине также намерены освободить пенсионеров от уплаты транспортных налогов. В Госсовете Республики предлагают поддержать и многодетные семьи. Может быть, есть смысл сегодня рассмотреть, внести на льготы по транспортному налогу хотя бы на одну машину для многодетных семей, имеющих трое и более детей. Количество торговых точек, которые реализуют алкоголь круглые сутки, в республике существенно сократится. Министерство экономического развития региона предлагают ограничить продажу спиртных напитков с 22 часов. Запрет коснется даже кафе и ресторанов, которые располагаются в жилых домах. Органам местного самоуправления, значит, необходимо будет период проведения публичных мероприятий обеспечить информирование субъектов предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и оказание услуг общественного питания, для того, чтобы они должны были прекратить продажу алкогольной продукции. По порядка 60 объектов падут, то есть мы ожидаем, что это снижение будет. Продавать не только 40-градусный алкоголь, но и пиво запретят и неподалеку от мест повышенной опасности. Это и производственные объекты, газораспределительная станция, где запрещено продавать алкогольную продукцию. И, значит, установили границы при проведении публичных мероприятий, тоже какие границы нельзя осуществлять реализацию алкогольной продукции. В Минэке отмечают, что такие меры повлияют на ситуацию с уличной преступностью. На работу торговых точек, реализующих алкоголь по ночам, жалуются большинство жителей столицы. Многие горожане поддерживают инициативу правительства. Целиком полностью поддерживаю. Положительно. Замечательно, чтобы пьяниц не было, поубавилось. В нашей семье вообще не употребляем спиртные напитки ни я, ни муж, ни мама с папой, никто. Поэтому нас это как бы вообще особо не волнует. Но я думаю, что это хорошо. Новый запрет на реализацию алкоголя намерены установить уже летом. Последнее слово за депутатами. В ближайшее время документ рассмотрят в Госсовете Республики. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев и Андрей Шоклев. Республика.